Вот видите, как он делает. Как ты выводишь руками, как работал, когда вот показывал, типа сюда. Спина, видите, как у него. Он вот так не делает нырок. У него спина четкая. Да, не получится, пройдешь, не касается. Смотрите, как у него спина. У него спина таз. Вот он заходит четко под него. Вы как делаете? Спидзадница остается, спина остается. Вот медленно. Медленно. Типа сюда. О. Голова мудрится обязательно. Так, он может оттянуть или обратно нельзя. Да, вот покажи там ногами тоже как передвигаться. Вот, типа, сюда, о. Показали сейчас, рукой вместе сейчас, показали, он оттянул, сюда проходит, на 4 балла. Если на 4 не получают, 2 балла учили. А так, когда получается... Ты на корпус переходил, мирок делал сразу. А, было без этого, просто мирок. Вот. На корпус. И давай еще медленнее сделай за вас. В взрослой борьбе он сделал в каждой схватке почти этот мирок. Любому сделал. И вы будете отрабатывать, у вас тоже будет получаться. Типа пока ты сюда, типа проходишь. Сюда, о! Просто чуть подседает и шаг вперед делает. Просто показать. Ты его на его движение ловишь. Или на месте, или когда атакуешь сюда, этот момент. Сюда. Ты ловишь, когда на тебя идет движение, или как за ним идет. Мы стали чуть-чуть вот такое расстояние. Показать. Он идет, сам идет. Сам идет. Это в борьбе получается. Сейчас отработки можем увидеть. Нет, в отработке у тебя тоже четко получается. Любому тренеру делаешь. Любому. Давай, поотрабатывай. 2-3.